Ну все, отходим. Как минимум на сутки уходим в тайгу. Такой долгожданный запланированный выход. Сегодня я с Илюхой давно его видали. Здесь пососкучились, наверное. Так что все, ребята, легендарная Yamaha 2. Сколько она отходила, блин, вообще мотор, конечно, неубиваемый, ребят. Сегодня у нас рыбалка, не знаю, как назвать, промысловая, не промысловая, ребят. Будем спускаться далеко вниз. Только отошли от поселка. Маленькие сборы. В оконцове, ребят, 28 градусов. Будем загорать. Будем ставить продольник, ну и немного троллинга, наверное. Вечером на берег, костерок, уха, ну что-нибудь такое. Разговоры за костерком, ребят, ну будет круто, я думаю. Погода шикарная, 28, еще раз говорю. Будем загорать, сейчас тоже разденусь. Лысина будет загорать, ребята, загрузились, что? Все как обычно, палатки, столы, немного продуктов, ну короче, донки, спиннинг, подсачники. Короче, решили на двух, чтобы как бы не ютиться, чтобы можно было расслабиться, вытянуть ноги. Так как хотим далеко вниз уйти. Короче, посмотрим, ребята. Не знаю, что как получится у нас, но я думаю, продольник все равно сыграет, так как давно уже хотели эту снасть ставить. Обычно мы уже занимались ими. Илюха вышел в отпуск, я думаю, сейчас порыбачим вот именно таким макаром. Надоел этот фидер, который нифига не получается разловиться. С рыбалкой тоже не важно. Посмотрим, что продольник даст, ребята. Ну и в общем, в целом, короче, как-то так. Ладно, что. Достаем коробочки, друзей, ну и потихоньку по нем вниз. Небольшой ветерок, ну я думаю, это ничего страшного. Все, ребятки, что, давайте начнем. Не знаю, конечно, вниз идти это будет плохо. Плюс течение. Короче, не знаю, так, наверное, вообще троллинг будет ни о чемный. Ну, побалдеем, что. Загораем, как скажем. Так, все, достаю друзей. Спиннинг. Ну и потихоньку начнем. Так. Поставим кормильца. Отловился он неплохо уже. Все, Илюха пожужжал. Летели, ребята. На острове чайки, ребята, уже огнездились, нервничают. Илюха свистит. Блин, классный тут пупок такой вот, блин. Сюда надо с семьей приехать, загорать, погода если даст. Что-то жрут, ребята, не по-детски, блин, разделись, а вода-то херачит, блин. Все равно будем купаться. Помоюсь. Так, потом. Ребят, ну что у нас? Вниз вообще никак не получается. Скорость бешеная. Плюс еще воблер не заглубляется. Против течения все равно он лучше идет. Я уже воблер оставил. Илюха воблер оставил. Короче, завтра будем. Порвал, да? Вот Илюха порвал тоже. Минус 500 рублей, говорит. Короче, ребят, надо завтра. Сегодня это не дело. На подъем пойдем, будем троллить, да. Посмотрим. А так, бесполезно. Так, ребят, проходим село. Прямо на берегу, красота. Вот кто тут живет, наверное, вообще райское наслаждение. Просыпаешься и речка. Не знаю, пробуем еще идти. Надоест. Пойдем уже в низовье, так, без троллинга. Ребятки, поклевочка долгожданная. Походу не крупная. Или вообще даже окунь. Мелкая щучка. Тихо, матушка, тихо. Тихо, не бодайся. Сейчас я тут... Тебя сейчас отпустим, все красиво сделано.
Че, Илюха, как дела? Маленькие. Тоже маленькие, да? Прозрачные. Не то, что маленькие, блядь, прозрачные. Какие? Какие такие? Меньше? Еще. 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 Да вот на такой воблер был. Воблер больше, чем щука была. Да. Тут или подкосили нормально. Видел, сколько лодок? Да, вообще. Или просто не берет. Не знаю. Ладно, что, может, пойдем вниз тогда? Без троллинга. Эй, что, спуск мне? Затяплитесь. Ну, вот я с такой же скоростью пойду. У нас, ребята, перекус небольшой, прям на ходу. Кашки Илюха сейчас вкроет. Что-то так захотелось поесть. Ну, ешь кашу, что. Полезно для здоровья. Перловую тем более. Да. Привет. Лёха, сюда в воде. Лёх, сюда в воде. Ушла? Здоровая, да? Лёхи монстр был. Что-то не знаю. Я подплывал к нему и уже не успел. У него ушла уже. Попробуем найти что-нибудь. О, большая кучка. О, Илюха, есть. О, поперли. Раз, два. Там кинул одну, вторую где-то. 28, 29, 30. Ребята, ну что, вечер, солнышко уже, смотрите, садится. А мы только место нашли. Ё-моё. Ходили на базу к ребятам. Тут база в лесу есть, ребята, очень классно. Но я не показывал. Как бы относительно того, что не хотят. Крутая база. Побыли в гостях 20 минут. Повидали с людьми. Ну и все, сейчас поднимемся. Здесь вроде как неплохое местечко. Продольничек по центру поставим. Ну а там дальше будет видно. Там и балан есть, ребята. Попилим его на дрова. Короче, будет нормально. Вроде как прибыли. Вот целый день на воде просто тупо. Вообще тупо. Даже на обед себе не заработали. Не поймали ничего. Только сгорели. Только загар, ребята. Северный загар. Погнали. Я переоделся. Штанишки одел. Все. Блин, походу нам с Илюхой по солнечному, ребят, заработали. Температура поднялась. Да, пойдет. Такие, говорит, налубки у нас. Короче, ну такая дрожь, судорога. У Илюхи то же самое. Ну, пойдем поставим. Все-таки мы долго шли к этому, ребят. Все, пойдем. Груз у нас есть, мешок. Груз основной, ребят, это мешок.
На Галищенко мы останавливались. Камни набрали. Ну, можно, в принципе, и песок. Ну и все в целом. Вот по теми обрывами мы его шандарахнем. Вот так вот. Фух. Вот денек сегодня был. Я вообще в шоке. Спустились вообще в другой район. Охренеть. Вот даю. Мелко вообще. Короче, можно отрезать на 4 метра, короче. Да? Можно, значит, обрезать. Ну, не, пускай стоит. Пускай будет дальше. Ладно, че. Ну, все, хватит. Че. Тут течка такая нормальная. Так, набрали, ребят, водички. Это как у нас будет, как объяснить? Поплывок. Поплывок, да, который будет стаскивать наш продольник. Самоуправляющий. Все, мы его туда, за борт. Накидай, что, какая разница. Все, он нас потащил, ребята, а мы сейчас будем отправлять наш продольник и насаживать поводочки. Насаживать нашу миножку. Такая, ребят, не заядала снасть, но она бывает рыбу дает. Все, на застежечку. Поводочек с фитлюгом. Не знаю, метров 50, сантиметров 50, наверное. Основная у нас 0,9, скорее всего. А поводки у нас 0,4. Флюрокарбон мы ставили. Ну что, ребятки, у нас продольничек. Прогон протянули. Сейчас будем оснащать груза и потом уже пойдем по основной леске и будем насаживать. Илюха наплавил вот таких всяких разных. Просто сейчас делаем петельки. И уже будем карабином цепляться. Смотреть, как что. Ну, через каждый, наверное, метров 10 груз будем ставить. Продольник у нас 50 метров, 20 поводков. Так что вот так. Все вот так, ребята. Оп, на карабинчик, на застежечку. Вот так у нас получается. И вот через каждые 20 метров мы так прогрузим. Все.
освещение, ребятки. Освещение. Самое главное. Так, мы куда-то пакет сюда ложили вроде. Так точно. Сюда его над столом. Вот так вот клево. Вот так нормально. Лучше быстрее все сделаем. Быстрее спать ляжем, Илюха. Да что придется толстую пить? Да не, такую пойдет. У меня жопа небольшая. Да? Я сижу на одной булочке, ничего страшного. Ой, вот так вот. Лицо тебе побрызгаю. Вот тут вот. Поясница самое главное. Тоже туда заползают гади. Сами херачат. Гадины, бля. Столько стало. Вот потеплело немного, ребята, и все. Приезжайте в гости. У нас их очень много, на всех хватит. Да, Илюха? Вообще, а? Сейчас лес заходили. Владимир, рассказывай, что сегодня на ужин у нас? Мы сегодня вообще с тобой ничего не ели, понял? Ничего не ели целый день вообще. Сколько время? 10? Не знаю, 10-й, наверное, да. А что суп сварим? Ну, 12 часов мы с тобой вообще уже ничего не ели. Да. Ну, наш... я сегодня утром завтракал в 7. Да. В 7 завтракали, там эту кашу. Ну, что это каша? Ну, да. Бодро, бодро. 12 часов просто дали-дали. Солнечных сегодня ванн таких искупательных, да? Вообще. Аж мандражит, блин. Ибупрофена пришлось выпить. Выпили ибупрофена, реально, потому что вот так. Ну, это... Удар, как бы не удар, тело все горит, становится холодно, температура, что у меня, что у него, не знаю, сейчас может полегчает. Короче, все, супца варим, будем ужинать, так охота жидкого, вот реально. Илюха там что-то сегодня будет кашеварить, ладно. Я пойду пока палатку поставлю. Давай за рыбалку. Давай. Ну, пока еще не состоявшуюся. Ну, за выезд вообще. Ну да, думаю, год. Мы с тобой сколько уже не ездили? Много. Давно, давно. Свистные. Да у нас с тобой редко вообще попадает выехать-то куда. С весны, но. Ну давай, будем. Короче, ребята, повар у меня хочет удивлять. Вы знаете, что Илюха заморачивается тоже капитально. Не хуже Ларисы Юрьевны готовит, конечно. Мне тоже. Мне очень нравится его на кухне. Я прям сказал даже, прям классно. Короче, Илюха хочет сделать тарелку, да, Илюх? Да, суп. Суп. Суп в хлебе подадим. Сегодня вообще, блин, поедим от души. Нормал. Короче, сердцевину вырезаем и горелочкой. Ну, многие как бы в духовке запекают. Чтобы она... Горелочка. Я уже делал так. Да? Да, горелочка дома вообще. Четко она сразу, блин, сухарится. Такая становится классная. Прикольно. Давай попробуем такой макар. Я думаю, будет круто. Так и получилось. Такая, да? Формочка. Сейчас она еще... Мы ее сейчас сделаем, горелочка, она подсохнет, такая будет вообще миниатюрная. Че, пол-литра супа. И с тарелки что. Я уже и съесть его хотел, так пахнет вкусно. Куда бы тебя, знаешь, масло брикет растопить. О, ты что, вообще пушка была. Черный девушка. А, блин, так пахнет вот охрененно вообще. Блин. Он такой поджаристый стал, да.
вон они вообще в отдельном пакете. Поварёшка, вот. Говорю, где-то я помню, они были. Две штуки уже новые, да. Все, спальное место готово. Вот так, тут сегодня будем в кустах ночевать. Взял маленькую палатку. Ну, в принципе, тут вдвоем нам нормально будет. Мы ночевали здесь вдвоем, без проблем. Но в одного здесь, конечно, классно. Все. Все, отлично. Что, ребятки, момент истины. Илюха тут заморочился. Самый той. Давай. Вот, ребят, буханочка. Опа! Опа! Там суп, блядь. Давай. Ложку не достал, да? О, брат, все, мы поужинали. Такой классный супец Илюха сделал. По красоте вообще. Так хотели есть, а что-то вот 5 ложек сделали и все. Не лезет. Поднакидались. Хлеба с майонезиком. С этим, с луком. Классно зашло под рюмашечку. Все, ребят. Заваливаемся в берлогу. Время 12 часов ночи уже. Или как бы. Ну все, белой ночи, ребят. Вот в принципе, видите. Вот уже идет рассвет. Все шикарно. Кострище у нас классное. Дай бог, чтоб продольничек стрельнул. Но мы в берлогу погнали. Все, мы в колыбельке. Сегодня будем вдвоем. Да что уже время? 12. Не знаю. Ну, как бы сейчас повырубаемся по-любому плотно. Короче, классно все. Ну все, решили вопросы с продольником. Блин, так сегодня, ребят, денек был очень тяжелый, конечно. Я вообще не... Все вроде как бы так начиналось классно, все легко, плывешь в шортиках, загораешь, бам-бам, ажиотаж, я не знаю вообще. Это вроде деревня, тут пару сел рядышком, народу просто кишма. Ну сезон в разгаре, еще понятно. Я не представляю, если какие-то Москва там, еще какие-то города, блин, как там вообще с делами такими, надо приезжать походу, блин. Да мы все уже забрались с местом, уже поехали, вот у нас с ножками не получилось, приезжаем, а все. Этот берег, просто сплошь. Но здесь дорога. Куда поднимаемся наверх, там такого нету из-за того, что нет дорог, из-за этого. Тем более сухо, дождей нету. Были бы дожди, тоже бы не было никого, потому что не заехать. Че, Лев Владимирович, отбой? Да, конечно. Все, бурлой. Давайте до завтра. Утром встанем спокойненько, позавтракаем. Дай бог, чтоб продольник засвистел прям от души. Ну и все. Комар жужжит там сбоку. Нормально, под него и засну. Всем доброго утра. Опять жара. Проснулись, блин, все сырые, блин. Еще хорошо, что немножко на пенечке стояло. Так бы вообще хана бы была. Ну, в общем, что, чаечек поставили. Сейчас позавтракаем.
Там пойдем проверим, смотрим, что у нас на продольничек. Ну и в общем. Соберемся и пойдем вверх. Обратно. Вот такое незапланированное место у нас. Мы вообще как бы даже не рассчитывали на него. Рассчитывали намного ближе. Ну ладно, что, разведаем точку. Пряжик, дрова, все хорошо здесь. Да, я думаю, потом соберемся, да? Да. Ребятки, момент истины. Посмотрим, что даст продольник. Не знаю, место вообще непонятное, новое, неизвестное. Может, коряги есть. Так. Надо через лодку. Да, через лодку надо. Сейчас перекину его. Подожди. Вижу, вижу. Ох, нихуя говница, бля. Так, это у нас тут просто груз. На, иди тогда на продольники. Я сейчас на подсачнике буду. А сейчас-то ничего не чисти. Пустой крючок, вон, смотри. Позбивали. Самый маленький еще. Этот последний, который вязали. Тоже сбили. Разбили. Грязи, конечно, блин, она. Но это еще он продольно стоит. Поперек. Разбили. А тут, короче, походу этот. Я из голов. Головли и зину. Мелкие. Есть немного. Есть сокрученная, правда. Вон, видишь, что творится. Раздербанили просто. Спали. В хлам. Мелочь, мелочь. Тоже сбили? Нормально пощелкали. Рыба, что ли? Груз. Тут нормально. Что, не стрельнул, что ли? Тоже есть немножко. Грязно, да? Вот они есть, блядь. Драчины. Вот они избивают. Маленький. Угу. Не крупный. Вон, весь, все крючки позбивали. Что ты? Ногу съел, что ли? Мык. Красноглаз. Красноглаз. На миногу. Ни хрена себе. Ее еще трепали уже. Головлики. Ее и хапали головли. Угу. Как она зацепила? Кусочек, наверное, было мяско, она и поела. Да. Охренеть. Первый раз такое вижу. Какая же фига. Спустим ее, пускай доживает свой век. Блин. И головли еще и дали по жопе, блин. Щучка. Ох ты. Зараза, блин. Киндер-сюрприз, блин, мелкий. Да. Что, отпустим? Да, пускай, что, мелкая. Пускай растет. Устала просто. Так-то ничего ей не случилось, ей ни жабры, ничего. Угу. Мелкая тут рыба, походу. Да. Смотрите, как что. Что они делают, вот так вот. Просто. Тут что-то затащило его, конец. Ну что ты, куда? Поднимай немножко. Тоже головль? Головля так стало много, блин. Он же, зараза, еще и молоть грызет, блин. Ну, в нос. Ну так, ребята, сейчас прям на основной леске мы идем с конца. И я заматываюсь. А Илюха на поводках. Короче, коллективная рыбалка. Ну, что-то у нас не фартануло. Да, почти каждая
каждый поводок сбитый был, он так пустой. Это вот такие бродяги ходят. Позбивали все. Два головчика, щучка и плотва. Я вообще в шоке от плотвы, конечно. Как она в это вообще попалась? Значит, тоже мясо ест. Вот и все. Вот и вся любовь. Что, спасибо этому дому. Пойдем мы к другому. Классная стояночка у нас тут получилась, ребятки. О, тут кайфовали. Костерок, дрова еще есть. Сейчас скипятили пару котелков. Набрали в полторашки чай на подъем. Потому что походу будет жарко. Все, берем шмурдяк. Грузимся и погнали. Рыбалки пока нету. Пару головлишек на брата. И все. Травочка. Не знаю, сколько по времени будем подниматься, ребят. Попробуем немножко потроллить. Рыбку надо привезти. Марафета, пока разделся. Отходим, ребята. Спасибо местечку. Но продальничек ни о чем. Вчера всех оставил рабочих. Не знаю, сейчас что ставить будем. Пробовать вот этого. Глазово. Кислота, потому что вообще, ребят, не работает. Что-то по сезону пока. Обычно осенью она лучше работает. Попробуем вот этого. Погнали. Надо отловиться. Хоть таким образом, не знаю. Так-то все классно, поход удался. По красоте, но... По рыбе пока никак. Все, полетели. Поворотик, ребят, прошли. Места классные, хорошие. Щука здесь есть. И хорошая щука есть. Это я 100% знаю. Он не хочет, не берет. Надо подбирать что-то по-любому, мне так кажется. Не крупная, правда, ведь мелкая. Поставил красноголовика. Там по ямке прошел, там по ямке прошел. Не крупная вроде. Не могу понять. Щирок. Ну правильно, пускай туда идет. Все равно бы отпустил. Не крупная щучка. Мелочь. Перч. Охренеть, на реке. Сюда, блин, идет. Ё-моё. Надо валить отсюда. Сейчас Илюха. Ни хрена. Первый раз такую хрень вижу. Ушел бы. Смотрите, волны какие, ребята. Охренеть. Вот это кадры. Вот это да. Жесть, блин. Еще телюку не замело. После смерча сразу. Небольшая вроде. Но видно, что поймал. Что, брат? Все, я уже дома. Разгружаю вещи. Немного подымались. Попадались некрупные щучки. Наверное,
парочку мы только взяли. Ну, в общем, нам улов там 2 голавлика, 3 щучки там что-то составил. Мелочь. Много народу. Куча вообще. Вот такой, ребята, бешеный загар. Даже во благо загара, ребят, можно было съездить. Ну и первая рыбалка на продольник этого сезона. Новое место. Мелкое, непонятное. Впереди, ребят, много таких будет рыбалок. Будем искать, будем пробовать. Ну и в целом, все равно, ребят, найдем эту рыбку. Все равно. Все, братцы, буду прощаться. Иду в баньку. Спина горит. Илюха вообще весь красный. Короче, вот так. Ну, приключения, как обычно. Круто. Отдохнули, мне понравилось. Все, братцы, пока.